clearance has been obtained. Let's have the takeoff checks, please. Ground idle. Set. Normal. Doors hatches. So you lost most of your unit in the valley against the Russians. Who survived? Montez and myself, Cole, some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends. Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Подтверждает зажигание включено. Операция в действии. Давай, сука. Сопределяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса будет спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсор высоты. Пускайся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен! Красный включен! Красный включен! Красный включен! Дима опустил платформу! Каков группы батальонов? Десантный батальон опускается в данную минуту, никто не уходит из долины и не входит в нее. Ну хорошо, это только вопрос, от какого времени американцы узнают о компании. Зеленый включен! Зеленый включен! Зеленый включен! Зеленый включен! Меня! Народ, вся передышка!
Ohio! Заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Ну чего ты ждешь? Они подумают, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри. Мешайся с конвоем. Мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Тщательно в нашей стране. Да, этого никогда не было. The Americans are coming. They're near Gilead Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритык. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное – это ядерный чемодан. Блядь. Стой так он на расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. Ворота! Ну, что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Бля! Вот, белый кист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Дверь, прави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вот так вот, прям помню. Дверь. Дима, давай туда и открой ворота. Момент, неожиданности, пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сэр, enemy forces confirmed on the ground. Are they American? We don't know. We'll know shortly. Стой, слышишь? Движение парами! Подавляющий огонь!
горящего огня на этот РПГ! Обходи машины! Осторожно! Они быть вторые взрывы! Контакт на земле у дома. Я вижу. Дима, там грубо по дороге. Пытайся зайти с фланга. Дима, используй трубу. Открой фланговый огонь по ним. Я доценил его охрану. Смотри за крышей. Дело на другой стороне. Secondary team is near the pool house. We'll report once there. Подожди, пока они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечь наблюдение. Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади нас, справа. Что, глухой? Давай, красавец.
Они на крыше виллы. Мы должны обойти дом, чтобы пройти на вертолетную площадку. Дима, очисти верхний этаж. Кирилл со мной. Дима, второй этаж, давай.
Дима, лестница! Проверь наверху! Second floor unit, report! Other units in the front wing! Anyone left? Давай вернемся туда, пока они полностью ни там не закрепят! Да, прикрой меня! У меня передышка! Вот площадка. Кафаров is on the way to the helicopter. Hold them off and then fall back to the main gate. Как туда добраться? План показывает дорогу внизу. Вниз, давай, давай, двигай. Raja, can't be. How could three men do this?
Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Дверь, смотри. Thank you.
врага! This key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not... Ah! It's Solomon! Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going, I know what he's doing and where... So you drive there. You and whoever's left, you, Cole Montez. Now, if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa, ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance. About how much you're willing to do for your country. You don't know anything about the decisions I had to make. Tell us what it was then. Convince me. We split up to search the villa. I was alone. This piece of shit right there stole three nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using the PLR. He has at least two targets, New York and Paris. He's using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just two of us, no politicians. No money changing hands. Just two soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get down on the ground! Remember, do whatever you have to do to stop Solomon's plan.